Красивые, как видите, уже опробовали, уже дают тепло. Несмотря на жаркую погоду на улице, батареи в квартире Ларисы Скрипниковой горячие. Они включены в тестовом режиме. В доме 77 по улице Гагарина полностью меняют систему отопления. Из-за длительной службы она давно пришла в негодность. Дому 45 лет, и этим летом подошла очередь его капитального ремонта. Это просто перед ними низко кланяться. Для меня это было вот открытие, что в наше время на фоне ЖЭКов и вдруг. Мы же все, конечно, боялись капремонт, как это пройдет. Но это прошло как в сказке. Помимо установки новых батарей, работы предстоит еще много. В доме полностью заменят систему электроснабжения, подачи горячей и холодной воды и канализацию. Помимо инженерных сетей, полным ходом идет капитальный ремонт кровли. Были проблемы и с теплоснабжением, были обращения в управляющую компанию и на имя заказчика, то есть фонда капитального ремонта, поступали обращения от граждан. Также проблемы и с канализацией, так как дом с подвалом, вот, в квартирах, может быть, не ощущались проблемы, но в подвале канализация текла. Всего на ремонт 77-го дома по улице Гагарина выделено свыше 9 миллионов рублей. Жители дома очень довольны качественной и своевременной работой. Я теперь всем говорю, платите, платить нужно. Потому что когда-никогда, ну, доживет, не вы доживете, дети доживут, внуки доживут на самом деле, правильно? Так что это дело такое хорошее. Ну вот мы попали, нам повезло. Так что спасибо всем, кто и делает, кто хлопотал. Ремонт этого дома начался в июле. Окончание работ по договору прописано в ноябре. Но подрядная организация обещает все сделать раньше намеченного срока, к началу отопительного сезона. Он приходится на середину октября. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.